Алексей Тверсков увлекается рыбалкой с детства. Спортивную составляющую открыл для себя приблизительно год назад, когда впервые поучаствовал в городских соревнованиях. Тогда новый опыт для Алексея оказался удачным. Он занял первое место в чемпионате и Кубке города по поплавочной ловле. Если ты сидишь для себя сам один, сидишь в свое удовольствие, никого не трогаешь, ловишь, отдыхаешь, то есть как бы... А здесь есть регламент определенный, определенные правила. Вот в прошлом году в конце мая пришел, так сказать, вот пока остался. Вот до второго разряда за год дошел. Участников соревнований по рыбной ловле не пугает четкий регламент. Такие правила, считают рыбаки, наоборот, заставляют собраться и показать свое умение на самом высоком уровне. Но не только ради баллов и призовых мест спортсмены собираются с удочками и снаряжениями на берегу водоема. Разгрузка от работы совершенно такая, то есть когда дикая работа, и ты здесь спокойно можешь посидеть, подумать, расслабиться, смотреть на природу, подышать, просто подышать свежим воздухом. Участники соревнований собрались на правом берегу реки Сатис перед плотиной рано с утра. После регистрации, жеребьевки и построения организаторы дали первый сигнал первого тура. Всего Кубок города по ловле на донную удочку включал в себя два этапа. Подготовку к Кубку организаторы начинают за несколько недель. Первое, что необходимо сделать – исследовать зону предстоящей ловли. У нас есть тут зона 100 метров. Надо понять, какие дистанции будут рабочие, на что рыбу больше будет предпочтение отдавать, какая насадка, какой поводок будет больше работать, что вообще в принципе для рыбы. И отработка по дистанциям, то есть при забросе, там, скажем, на 50 метров, можно две дистанции для себя выбрать, определенно на которых будем ловить. На удочку саровских рыбаков попадаются лещи, плотва, окуни, щуки, караси, ерши и пескари. По первому сигналу участники заходят в сектор и начинают подготовку. По второму проводят прикормку. И только после того, как организаторы дадут третий сигнал, стартует ловля рыбы. У нас два тура. В каждом туре у каждого спортсмена свой сектор. Первый тур мы взвешиваем, получаем один общий вес. У каждого спортсмена свой, соответственно, каждое место свое. За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется один балл. По количеству набранных очков распределялись призовые места. Первое место занимает тот, у кого зафиксирован наибольший вес улова. Победитель всех соревнований определялся по наименьшей сумме мест за тур. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.